От Бранля до вальса в минувшие выходные магнитогорцы погрузились в эпоху прекрасных дам и галантных кавалеров. В городе завершился областной проект этико-эстетического воспитания молодежи «Экслибрис». Финальным аккордом стал настоящий светский бал. Там побывала наша съемочная группа. Кавалеры в костюмах, их спутницы в вечерних платьях, как и должно быть на настоящем балу. Для Анастасии все это в новинку. Танцам ей пришлось учиться с нуля. Занятия для девушки не прошли даром. Теперь она легко кружится в вальсе. Не могу сказать, что были какие-то трудности. В основном все было очень легко. Дружеская атмосфера, отличные были у нас преподаватели, мастер-классы великолепные. Все очень понравилось. Конечно, безусловно, вальс, я считаю, этот танец должен знать каждый. Вот. Ну и полька, конечно, очень зажигательный и ритмичный танец. К выбору нарядов девушки подошли особенно серьезно. Одни в простых вечерних платьях, а другие словно сошли с книжных страниц. С головой в историю погрузилась и Алена. Свое платье девушка сшила сама. На создание ушло всего 3 дня. Да, это платье 1860 года, стилизация. Пришествие второго рококо. Вот, 19 век, опять-таки. Это может быть лучше. Областной проект «Экслибрис» проходит в городе в 4-й раз. В этом году в нем приняло участие более 50 человек. На протяжении месяца юноши и девушек учили основам этикета, правилам светской беседы и актерскому мастерству. Если подводить итоги по Магнитогорску, то мы выполнили, наверное, самое главное условие. Мы хотели, чтобы в нашем проекте у нас было 80% практики, 20% теории. В этом плане наши лекторы абсолютно молодцы, они выполнили это условие, и участники максимально прокачивали свои навыки, они просто сидели и изучали это, как это можно было сделать в рамках школы, да, или любого университета. Все-таки у нас это практика. Бал стал итогом проекта. Именно на нем участники должны продемонстрировать все полученные знания. Особое внимание на занятиях уделяли танцам различных эпох. А потому здесь звучал даже средневековый бранель, а полька сменялась классическим вальсом. Сезон в Магнитогорске официально завершен, однако организаторы обещают, на этом проект не заканчивается. Различные мастер-классы будут проходить каждый месяц, а весной планируют провести большой форум. Елена Вишнякова, Юлия Корти, Дмитрий Федотов, информационная служба медиагруппы «Знак».